Всем добрый вечер. Я приехала с работы. Уже успела переодеться. И с Wildberries забрала свой заказ. Я заказывала пищу богов. Заказала с ананасовым вкусом. Хочу попробовать. Я показываю, как худею я. Мне удобно в плане того, что ты его выпил вечером. И не надо париться. Там есть и белки, и жиры, и витамины, и микроэлементы. Все-все сбалансировано. Единственное, конечно, белков получается не 30 грамм, но все же. И от него нет тяжести. Просто выпил, он у тебя там разошелся, и тебе хорошо. Делаю на молоке, на любом. 3,2 отборное, 2,5, без разницы. 160 грамм молока и 25 грамм коктейля. Вкусно. Ананас присутствует, но он не сильно выражен. Такие нотки в конце идут. Обалденный. Всем спасибо, что смотрели, и до завтра.